Ну, давай сначала. Машина у тебя старая. Жены у тебя нет. С дочкой ты редко видишься. Может быть, потому что ты странный? А может, поехала бы тогда с тобой? Я тоже передумала. А я даже чемодан купила. А Сонька где? С мальчиками, друзьями уже уехала. А не рано ей с мальчиками? А у вас есть кто-нибудь? Я говорю, да, у меня есть кто-нибудь. Да что у вас здесь? Эпидемия, что ли, с вашим замужеством?